Металл мне нравился давно. С металлом, наверное, вся жизнь связана с тем, что сначала работал на ВРЗ. Там, как говорится, в свободное время от работы что-то делал, какие-то там завитушки, что-то украшал, что-то там. Это было где-то 82-й, по-моему, год. Вот. В магазинах тогда не было такого выбора светильников каких-то там что-то. Ну и решил сделать сам в виде старинного фонаря такой, с узорчиками, завитушечками. Вот. И еду с работы домой, его везу в руках. И в автобусе женщина какая-то поинтересовалась, а где вы купили такое? Я говорю, ну нет, я сам сделал. Она давай меня расхваливает, хвалит. Ну, постепенно так вот я наладил процесс этот. Стало получаться, неплохо вроде. Вот, сдавал их на Старом базаре. Пока первую партию туда сдашь, пока следующую делаешь, то уже продали. Сначала я работал по патенту, делал патент на изготовление сувенирных изделий. Потом там сменился начальник налоговой инспекции, мне предписание явиться в налоговую. Пришел там, сказали, мы у тебя изымаем твой патент, будешь платить налог с выработки. Ну и то, что удалось там скопить для оснастки, там, на материалы, это все ушло на оплату налога. Пришлось это все бросить, опять устроиться на завод, чтобы маленько заработать какие-то средства, чтобы дальше дело продолжать. Творчество так вот чисто для себя только и остается. Расти, в чем-то совершенствоваться, это очень сложно, очень трудно, тем более у нас. Все равно процесс какой-то такой познавательный, совершенствующийся, что-то, он идет. На месте ничто не стоит, ну, наверное, только не такими темпами, какими хотелось бы. Да, это, конечно, все шло через познание какой-то литературы специфической такой. Вот когда появился интернет, полегче стало, что не знаешь раньше было, как вот так это сделать, как вот это сам доходишь. Ну, то есть как бы идешь по той дорожке, что и средние века мастера. Конечно, это средние века, это романтическое такое время, но на самом деле оказаться там не хотелось. Мой доспех – это интерьерный доспех, то есть его можно одеть, в нем походить, подвигаться, но он сделан из более тонкого металла, то есть он боевыми качествами не обладает. Сам процесс, когда начинаешь работу, он такой черновой, самый трудоемкий, наверное, тяжелый. А потом, когда уже начинает форма прорисовываться, уже все интереснее становится. Видишь уже, что конкретно выходит, получается, и уже как-то работа легче идет. Инструментов катастрофически всегда не хватало и не хватает. Придумываю что-то сам, как-то выхожу из положения на всяких там приспособах. Выкручиваться приходится, ну, вот вместо, допустим, вот шпирака я делаю на такой, можно сказать, плита у меня вот есть, она мне заменяет очень много такого инструмента, который я ее верчу и так, и так, и так, и на ней обработка идет. Голь на выдумке хитра, так выходит. Наверное, это чтобы выразить себя в чем-то. Свои, наверное, какие-то мечты. Это же все началось-то с детства. То есть я как в детстве любил читать Вальтера Скотта, Айвенга, Ричард Львиное сердце. Тогда зачитывался. Потом фильмы, потом все вот это вот, конечно, заводило. Хотелось узнать, как же так мастера прошлого такие шедевры выполняли. Это же было техническое совершенство, техническое чудо. Это сложно бросить, потому что это все равно притягивает, затягивает.